Продолжаем проходить Диабло 3. Эпоха Солнца. И мы находимся на кладбище, ищем корону, которую Хедрик нам поможет сковать. Когда Леорик перебрался в Тристрам, за ним приехало много знатных людей. А знать, как ни странно, хочет покоиться в роскошных склепах. И вот я взялся за лопату, надеясь выкопать пару могилок и получить свои деньги. Как же! Им и то подавай, и другое, и третье. Так теперь я день-деньской здесь торчу, копаю. Света белого не вижу. И счастье, которое обрушилось на эти поля, унесли жизни многих людей. И теперь души этих несчастных вопиют о мщении. Неупокоенные призраки готовы растерзать любого, кто вторгнется в их владения, ибо они верят, что человеческая кровь вернет их к жизни, которой они однажды лишились. Нужно больше гнева. Достойный противник. В отсутствии иных источников пропитания демоны пожирают собственное потомство. Бесы — это порождение демонов, избежавшие подобной участи. Они собираются в стаи и нападают на неосторожных путников, раздирая человеческую плоть мелкими бритвенно-острыми зубами. Корона где-то здесь. Сюда с первого раза. Никаком скрипе находится. Корона. Тише.
терпение. Неупокоенные сотворены из человеческих останков, погребенных в общих могилах без подобающего обряда. Под действием темной магии разлагающаяся груда тел сливается в единое омерзительное порождение. Несмотря на все свои познания, я не могу придумать ничего лучше, чем спасаться от этих тварей бегством. Думаю, так же поступает и любой другой здравомыслящий человек. Я не позволю тебе вернуть Леорика в мир живых! Нашла корону. Сказать по правде, я не думал, что ты вернешься. О, да она сломана. Сейчас все починю. Приятно снова взяться за работу. Готово. Навехонькая. Как в день, когда короновали Черного Короля. Мне нужно занять чем-то свои мысли. И ковка лопат мне не поможет. Я должен найти новый смысл жизни. Тогда присоединяйся ко мне. Мой путь труден, награда ничтожна. И, скорее всего, ты умрешь. Да, в этом есть смысл. Хотя звучит жутко. Зато мир сможешь посмотреть. Да, и у меня печальные новости. Твой подмастерье убит. Эх, этот глупый мальчишка меня никогда не слушал. Но он был хорошим парнем. Спасибо за вести. Отлично, теперь нам доступен кузнец, с помощью которого мы можем крафтить вещички, чинить. И разбирать их на составляющие, вот эти вот изысканные эссенции. Желтый фермент уже дает нам слезу, переливающуюся, которая нам нужна для дома. Тут можно за золото улучшать уровень кузнеца с помощью. Вот, уже нам не доступен грунт палаш. Ржавый кистень, грубый палаш, и мне не хватает того, мог подумать, обычных вещей. Топорик, грубый палаш.
корона у меня. Наконец-то! Теперь ты можешь снять печать с двери в комнате, где ты спасла меня, и войти в королевские гробницы. Когда найдешь короля скелета, возложи корону ему на голову и уничтожь его. Если это поможет мне найти упавшую звезду, я сражусь с ним. Всем повинен Лазар. Пользуясь доверием короля Леорика, темным колдовством он внушил ему, что нападение войск Вестмарша неизбежно. Боясь возразить архиепископу, советники лишь склонили головы в молчаливом согласии, отправляя нас на верную смерть.